Южную Якутию мощный циклон также принес сильный ветер и метель. Сегодня в Нерюнгринском районе сохраняется северный ветер до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров. Метель, местами сильный снег. Из-за пурги в городе намело все дороги, что затруднило проезд транспорта, а в аэропорту задержаны рейсы. В связи с чем дорожные службы города приведены в режим повышенной готовности. Многие сегодня опоздали на работу, а некоторые родители воздержались отвезти детей в детские сады и школы.